Дама заходит в секс-шоп и смотрит значит э, витрины там это вот, все в общем так с недовольным видом такой продавец говорит ну что вам что-нибудь понравилось она говорит да нет ну может быть что-то возьмете она говорит ну, я бы взяла вот этот красный и говорит мадам извините это огнетушитель